эти картины нужны только потому, чтобы сказать, что дерьмо должно быть наказано, а приличные люди должны прилично жить. Это хороший советский фильм. Хорошая история. Можно только позавидовать, что в Голливуде производятся такие фильмы, есть деньги на эти фильмы, они умеют их снимать, это очень смотрибельно. И кто-то воспримет это как просто красивый экшен, кто-то воспримет это как красивое такое жанровое гангстерское кино, а кто-то очень правильно поймет, как то, что нужно, в общем-то, думать о том, что не все на свете решают деньги. Можно было, конечно, смешнее, но, в принципе, достаточно смешно. Хорошая картина. Мало убивали, можно было больше. Спасибо. Фильм очень понравился, как всегда шикарный Шон Пен. Не очень люблю Райана Гослинга, не разделяю всеобщей любви девочек, которые пищат по этому блондину, но он тоже был хорош. Обожаю все гангстерские фильмы. И этот был, конечно же, на уровне. Отличный фильм, отличная картинка, операторская работа просто сумасшедшая, очень стильный, красивый, выдержанный. 50-й Америка. Очень круто, очень понравилось. И спасибо «Пионеру» за такую классную премьеру.